не рисуй. Так, да. Подожди, чуть-чуть на верхней рисуй. Стоп, рисуй круг. Окей. Поднимайся наверх. Так, теперь рисуй большой круг. Смотри. Ай-яй-яй-яй. Сиди на месте, не подходи. Нет, ты не можешь ничего, только словами можешь. О! Время идет. Наверх. Чуть не рисуй наверх. Так, потом. Рисуй влево овал. Влево овал. Так. Овал, чтобы шел влево. Стоп. Остались 2 минуты. Стоп. Ладно. Стоп. Потом направо не рисуй. Так, направо чуть-чуть. Нет, чуть налево, да? Налево. Все. Так, теперь рисую овал вправо. Овал вправо. Стоп! Все. Молодец. Стоп. Потом. Наверх не рисуй. Чуть-чуть ниже. Ага, теперь налево. Налево. Лево. Ага, теперь рисуй. Почувствуешь вот этот контур доски справа рисуй. Круг. Большой круг справа рисуй. Стоп. Нет. Наверх заходи. Не, стоп. Сотри вот эту линию, по которой ты сейчас чувствовал, что шел. Ладно. Рисуй круг. Сейчас я тебе говорю. Так, наверх рисуй, закругляй наверх. Минута осталась. Закругляй, наверх. Закругляй, вниз закругляй. Стоп. Вверх не рисуй. Налево не рисуй. Чуть-чуть. Направо. Направо. Стоп. Рисуй точку. Стоп. Направо. Не рисуй. Нет. Чуть-чуть. Налево. Направо. Да. И рисуй точку. Вниз. Нет. Наверх. Вниз. Наверх. Чуть-чуть вниз. Секунд. Вниз не рисуй. Да. Чуть-чуть вверх. Вверх еще чуть-чуть. Теперь еще чуть-чуть. Все. Теперь рисую улыбку. Ура. Все. Все. Хасан, что это? Утка. Макс, не подсказывай. Утка. Курица. Похоже на утку, действительно. Да. На утконос. Да. На утконоса. Или пингвин стоит боком. Точно, пингвин. Да. Ты пингвин или утконос. Почти получилось, да, Макс? Да. А кого он рисовал? Пишу, он не видит. Получается, что голова не получилась. Ну, и медведя, который переехал поезд, и поэтому получился утконос. Да. Ну что, меняйтесь. Поехали. Хасан, давай, придумай что-нибудь из животного мира, дай ему очки, положи. Да. О, здесь мокрое. Он же однорукий, он же не сможет сам. Что? Это, блин, не как бы... Оскорбление. Что, давай. Я обыгла эту дверь. О, смотри. Пернышко. Да, нет! Я сам задумал. Хасан, придумал что? Так, рисовать я буду... Нет, только ты ему не говори, главное. Придумал? А вам говорю. А мне на уши. А почему вы снимаете? Нет, давай посложнее. Ладно. Было, по-моему, просто уже. Так, буду рисовать... Наоборот. Сейчас. Да, еще чем-нибудь. Кого ты сказал нарисовать? Ничего. Индейку. Посмотрите на Хасана. Я вижу, да. Художник. Художник. Так, будем рисовать. Да ты закройся уже все. Сейчас так. Так, блин. О! Давай. Так, время. Сейчас. Постойте. Я мел сейчас возьму. Вот. Какой мел у меня в руке? Бей. Ну, рисуй этим. Нарисуй квадрат. Хасан, отходи. Поехали. Стоп.
Так, теперь немного вправо не рисуй. Не, лево, лево. Еще немного. Стоп. Теперь вниз. 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 Стоп. Теперь наверх. Не рисуй. Еще немножко. Вот. Теперь вправо не рисуй немножко. Право. Лево. Влево. Влево. Стоп. Теперь вверх линию. Стоп. Хасан, теперь вниз. Шаг назад. Рисовать? Да, рисуй вниз. Вниз, 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 вниз. Стоп. Теперь вверх. Рисовать? Нет, не рисовать. Левее. 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 Правее немножко. Левее немножко. Вот. Немножко вниз. Не рисуй. Поставь точку. Стоп. Так, все. Так, теперь вверх не рисуй. Вверх. 2 минуты. Стоп. Теперь влево, вправо немножко. Немножко. Рисуй. Не рисуй. Вот. Хасан, теперь шаг назад. Рисуй полукруг. Полукруг? Ну да. Не, полукруг, нарисуй. Нет, стоп. Ладно. Нет, 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 нет. Хасан, ни в коем случае не трогай Ладно. Его. Полукруг сверху. Он же не знает, где сверху, где снизу. Вот так. Я сам. Ты нарушаешь, Хасан, правила. Так вот. Проиграешь. Говори ему, куда? И налево, направо. Он же не знает. Нет, не трогай ты его. Стоп. Теперь немного правее. 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 Вверх. Теперь нарисуй маленький кружочек. Ну, сойдет. Теперь... Хасан! Ладно. Нарисуй еще один круг. Готово. Да? Тащи ёбка. Нет, нельзя подсказывать. Он должен сам отгадать. Значит, это... ты, если он не угадал, значит, ты проиграл. Это страус. Это минарет с отвалом. Это на шкаф похож. На шкаф? Ну да. На шкаф. Только наверху что-то. С точилкой ты поторопился, рассказав, что...